Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра «Сан-Гейтс» начинает свою программу, и сегодня понедельник, 7 ноября. Насколько я помню, это международный практически праздник, День Победы Великой Октябрьской социалистической революции. Правильно, в этот день, я не знаю, отмечаете вы сейчас такой праздник или нет, но день был знаменательный. Я помню, все шли, значит, на демонстрацию с флагами, кричали «Ура!» и так далее. Ну, что сегодня день нам несет, и чем он знаменательный не для бывшего Советского Союза, а для Соединенных Штатов Америки, это преддверие выборов в Соединенных Штатах. И, как мы знаем, 8 числа они состоятся. И сегодня мы нашу программу посвятим именно этому событию. На это есть серьезное основание. И у нас, как всегда, по понедельникам в этот час в эфире. Время немножечко у нас, правда, сдвинулось, но я, так сказать, по московскому времени сегодня работаю. В Чикаго только 7 часов утра, на западном побережье Лос-Анджелеса, Сан-Франциско это 5 часов утра. И 8 часов утра на территории восточных штатов, это Вашингтон, Нью-Йорк. В Москве это 16.10 сейчас. 16.10 даже. Да, прямой эфир у нас, да, можно проверить. Да, окей. И мы начинаем нашу программу, а на связи астролог, профессиональный астролог Андрей Бухарин, руководитель астрологической школы, и мы сегодня поговорим как раз с точки зрения астрологии, без сомнения, с точки зрения событий, которые сегодня происходят в мире. Ну вот такое главное событие пока, это завтра выборы будут. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Майкл. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели уважаемого Сан-Гейтс Радио. Ну, могу продолжить как бы тему 7 ноября. Да, действительно, даже стих такой я помню с детства. День 7 ноября, красный день календаря. Что там, загляни в свое окно, все на улице красно. Но, тем не менее, да, была эпоха, но она, кстати, если по циклам идеологии, она еще не окончена. Она, эпоха Советского Союза окончится в 2025 году. А в принципе праздник сейчас этот не отмечается, сейчас тут на 4 ноября перенесли праздник. Конституция? Нет, там Дмитрий Пожарский, ну, в общем, победа, изгнание поляков из Москвы. Не важно, главное праздник. Да, короче, там, в общем, такого плана что-то, в общем, находят времен еще до очаковских и покорения Крыма, как говорится. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать, во-первых, что относиться вот к этому празднику, то есть следует, точнее, к этой дате, если мы сейчас 7 ноября, даже не то, что следует, а я отношусь как к началу новой, то есть этого идеологического 108-летнего цикла. Вот как раз если вот гороскоп Советского Союза, некоторые рассматривают, ну, скажем, там, 1922 год, когда он возник, а фактически работает, между прочим, Майкл, до сих пор гороскоп вот именно вот этой Великой Октябрьской социалистической революции. И по нему, кстати, как раз-то очень интересно рассматривать войны, какие были в Советском Союзе, какие сейчас события идут. То есть, вы понимаете, он живой, этот гороскоп, то есть эта программа до сих пор функционирует. И я рекомендую астрологам, кто изучает, ну, скажем так, занимается данной астрологией, ну вот дату 7 ноября 1917 года, причем именно ночную, когда там же в ночь все это произошло действо, рассматривать. А если вернуться к завтрашней теме выборов президента Соединенных Штатов Америки, то, ну, мой прогноз известен, не знаю, стоит ли его повторять. Ну, наверное, стоит. Сегодня 7 ноября для будущего 2016 года. Вот Москва, 16 часов 13 минут в прямом эфире Сан-Гейтс Радио. Напомню, что по моему методу прогноза, которым я прогнозирую выборы, точнее, победу на выборах, причем не обязательно президента. Это выборы депутатов, это выборы мэра города,
Именно победа, на мой взгляд, правильнее сказать так, по этому методу больше всего показателей на победу у Дональда Трампа. Как небеса дадут, посмотрим. Ну вот, я склоняюсь к тому, что Дональд Трамп следующий президент Соединенных Штатов Америки. Понятно. Как ваша точка зрения, как что, где, когда, нам понятно. Ответ, так сказать, принят. Но я вот как бы тоже интересовался. Я лично не люблю заниматься тем, чем и в чем я не разбираюсь. Я не разбираюсь в политике. В том плане я, может быть, и разбираюсь, но так как эта политика ведется, мне лично это не по душе. Единственное, что я знаю, политикам политическое поприще, знаете, кесарю кесарево, да, слесарю слесарево. И каждый должен заниматься то, чем он, ему положено заниматься, ну, желательно по своей природе. Об этом Центр Сан-Гейтс много говорит. Я, в частности, говорю и... Скажем так, можно привести много примеров, в том числе в России, не называя имен, все их знают, известный нефтяной магнат, который решил стать президентом в свое время. Ну, что с этим из этого получилось, мы знаем, бизнесмен имеется в виду. Другой известный бизнесмен решил заняться политикой, зарабатывать 1000%, а не 100%. Ну и то, что с ним произошло, тоже мы знаем на чужбине, так скажем, в Англии. Я сейчас вот что хочу сказать. Я слушаю тоже прогнозы, и не только прогноз уважаемого мной Андрея Бухарина, профессионального астролога, а еще и прогнозы других тоже астрологов. И вот я, в частности, слушал прогноз одной известной дамы у нас, астролог в Соединенных Штатах, женщина. Она рассказывала о очень интересный подход. То есть мы до сих пор, и никто до сих пор, не знает точного времени рождения Хиллари Клинтон. Можно, скажем так, гадать, можно предполагать, но она пошла по другому пути. Она проанализировала гороскоп Челси Клинтон, дочери, и она проанализировала гороскоп Тима Кейн. Тим Кейн, если Хиллари Клинтон станет президентом, ну, как бы он должен по закону стать вайс-президентом, вице-президентом. И она пришла к такому выводу, что на момент выборов у Трампа не очень хорошее положение гороскопа, а вот у Клинтон да. Но через неделю после выборов все меняется, на 100% меняется. То есть Клинтон как бы победитель, то есть Трамп победитель, а Клинтон, которая как бы должна победить, вроде бы, она, у нее, в общем-то, нету такого в гороскопе, что она является, так скажем, президентом. Поэтому как бы формально такое может произойти. И что самое интересное, и мы об этом уже тоже говорили, она считает, происходить будут совершенно непредсказуемые, совершенно невероятные вещи. То есть между конкретными выборами 8 ноября и днем инаугурации совсем другой президент может появиться. Не тот, которого как бы избрали в этот день. Что интересно, что теперь, вот как-то вы задавали вопрос, а что происходит, какой-то рейтинг там и так далее. Ну, я за этим как бы особенно не слежу. Но так все-таки общаюсь с людьми, и так приходится как бы это быть в теме. Так вот, что происходит? Опять же, я вот никогда не смотрел, но вот в этом году я посмотрел вот эти дебаты. С моей точки зрения, в первых дебатах победила, с моей точки зрения, победила Клинтон, а в двух победил Трамп. Хотя третья, говорят, что она тоже, ну, с моей точки зрения, мне так показалось по энергетике. Так вот, Трамп все время бьет на то, что она, эти имейлы несчастные, которые там где-то непонятно не зарегистрированы серверы, на котором хранится, она их так поубирала. И там, возможно, какие-то конспиративные, и это соответствует ее, скажем там,
как я это делаю, нумерологической матрицы. То есть есть программа, которая буквально вышла совсем недавно, можно на YouTube-канале ее посмотреть, где есть анализ вот с точки зрения нумерологии. Так вот, что произошло? Вчера вечером FBI, ФБР, объявила результаты, ну, дополнительного, скажем так, расследования вот этих вот новых каких-то имейлов, которые всплыли каким-то образом, откуда-то всплыли. То есть из рукава вытаскивается все, что угодно перед выборами для того, чтобы, естественно, очернить одного президента и там, привести к победе другого. И вот такая политические интриги, они постоянно происходят. Ну и, короче говоря, что произошло? Произошло то, что сказали, они не будут не применять никаких санкций. То есть не нашли ничего якобы криминального. Мы не знаем, нашли или не нашли. Но, во всяком случае, так было объявлено. Что произошло в этот момент? Если мы к этому перейдем, но просто так, пока вот таким образом. Что произошло? Дело в том, что от чего зависит рейтинг? Рейтинг зависит от том, и куда пойдут деньги. То есть банки все под Клинтон сейчас дают деньги. Это означает, что как, если будет победа Клинтон, то резко пойдет вверх доллар американский, и, соответственно, вся валюта по отношению к доллару пойдет вниз. Причем сегодня обсуждают, понятно, доллар, ну, не очень многих волнует евро, там, британский фунт в Америке, но вот многих волнует мексиканский песо. Почему? Потому что Трамп сказал, что он построит стену и всех выдворит оттуда, всех нелегальных, а их огромное количество мексиканцев, которые просачиваются на территорию Соединенных Штатов разными совершенно путями. Ну и соответственным образом этот песо подскочил вверх, евро подлетело очень серьезно вниз, вот у меня на экране, на другом экране графики. И я смотрю о том, что британский фунт в какой-то момент был больше 100 фунтов вниз. Соответственным образом, евро тоже примерно 80 пунктов вниз, сейчас чуть-чуть, ну, держится в самом низу это все. Ну, россиян волнует, конечно же, рубль. Рубль по отношению к доллару, то, что я вижу, еще раз, фактически примерно 0,5% пошел вниз, да, то есть доллар подорожал, короче говоря. На 70 где-то было центов, ну, сейчас чуть поменьше, вроде бы как. Я имею в виду на 70 копеек, да? То есть рублей. Нет, я не знаю. 63 там с чем-то. Еще раз, я не знаю. Но нефть падает в цене, тут, если так рассматривать. Рубль, то есть, как правило, доллар растет. Тут такая зависимость. Ну, сейчас 63,91 на сегодня. 63,91. Ну, было значительно, доллар. Да, то есть было 63 с чем-то. Но это было предсказано на самом деле. И вот то, что сейчас происходит, причем золото, резкое падение золота, вот то, что я вижу на сегодняшний момент, прямо сейчас, у меня прямые графики, минус 17 долларов. То есть получается, это примерно 1,5% от стоимости золота, 1287 на сегодняшний момент, за одну унцию стоит, стоит золото. Ну, вот это будет, скажем так, мини-событие, которое, возможно, произойдет, если все-таки победит Клинтон с небольшим, скажем так, перевесом. Хотя очень многие аналисты, причем, что самое интересное, не знаю почему, опять же, вчера была у меня запись, мы открыли новый канал, называется «Телевидение» уже, скажем, русское телевидение в Соединенных Штатах. Так вот, там шла речь о том, что голосующие, русскоязычные голосующие, они голосуют за Трампа. То есть, мол, чуть ли не там всей коммуной идут за Трампа голосовать. Почему, я не знаю, но тем не менее, вот так вот голосуют, кому чего нравится. Так что, ну, вот моя ремарка. Вернемся к вам. Ну, я как раз сейчас время зря не теряю. Как раз строил карты, вот это нашел время рождения у вице-президента Хиллари Клинтон. И даже нашел, кого Трамп выбрал себе вице-президенты. И это, кстати, очень здорово, то, что вспомогательные карты их, ну, натальные карты, которые объясняют тоже, а есть ли у них возвышение или нет. Так вот, любопытная
натальные карты, по крайней мере, сейчас успел от Тим Кейна. Он солнечная рыба, то есть у него солнышко с Хиллари Клинтон, причем там в 6 градусе рыб у него солнце, а у Хиллари Клинтон в первых градусах скорпиона, кажется, да, в 3 градусе скорпиона, то есть у них трин. И, то есть они водная стихия, и плюс к тому же Юпитер у этого, как его зовут-то, Тима, да, Тим. Находится там же, где солнце Хиллари Клинтон. То есть от Тима, у него, во-первых, в трине Юпитер к солнцу, это очень сильный показатель, между прочим, для президентства. Именно, это, кстати, вот к теме, что он может быть, сменить того, кто будет действующим президентом, и стать президентом, это раз. Во-вторых, так как Юпитер находится этого Юпитер Тима на солнце Хиллари, то можно сказать, что от Тима большая польза для Хиллари Клинтон, очень большая. Но при этом Юпитер Хиллари Клинтон в квадрате к солнцу, к Тима, это говорит о том, что она, в общем-то, довольно так, но как-то политкорректно сказать, ну, с предубеждением некоторым относится, скажем так, к нему. Возможно, даже с элементами, типа, я как бы имею отношение к более высоким кругам общества, ну, что-то в этом духе. Ну, не буду персонифицировать здесь этих претендентов, но это их взаимоотношения. Могу сказать, что он, как вице-президент, для нее крайне-крайне полезный. Но у них у обоих вот эти светила и Юпитер вице-президента находятся в Скорпионе. А по моей методике, как раз-то, когда происходит возвращение Юпитера, либо Юпитер замыкает вот, ну, аспекты вот именно между Солнцем и Юпитером на тайной карте, люди, эти нативы, они обретают власть. Так вот, между прочим, это только произойдет, как и у Хиллари Клинтон, я писал, у нее обретение, именно показатели для возвышения, это конец 2017, начало 2018 года. И этот же показатель у ее, ну вот там, Тима Кейна, который как бы вице-президентом. То есть победы у обоих этих претендентов на сейчас, пока Юпитер идет по воздушному тригону, нет. А воздушный типаж – это Дональд Трамп, у него Солнце в Близнецах, Юпитер в Весах, насколько я помню. То есть, ну, это объяснение. То есть не потому, что я за там, или я какая-то тут русская эмиграция где-то в Америке, я тут… Я вообще, кстати, часто… Почему вот эти темы, я стараюсь так деликатно, скажем так, быть вне, ну, скажем так, одного либо другого кандидата, потому что сразу же набегают там всякие сторонники, фанатики одной или второй линии, и начинается просто в комментариях там неимоверно идти где-то в интернете. Поэтому стараюсь всегда так дистанцироваться, и чтобы именно науку объяснять, не потому что какие-то у меня предубеждения, там, или я, это, скажем так, кого-то агитирую либо за одного, либо за другого. Нет. Действительно, кстати, это один из косвенных показателей, что очень вероятно, что Трамп, когда победит, что у него через год могут быть либо изменения законодательства, либо какая-то смена власти произойти в Соединенных Штатах Америки. Это уже другой вопрос. По его здоровью там или что. Это надо посмотреть его гороскоп через, ну, на конец 17-го, начало 18-го года. Потому что у Хиллари Клинтон и у ее вот этого вице-президента Тима Кейна как раз на этот период показатели возвышения идут, показатели обретения власти идут. Поэтому мой прогноз такой, что сейчас показателей нет победы ни у Хиллари Клинтон, ни у Тима Кейна. Победа у Дональда Трампа. Кстати, гороскоп надо бы его, этого вице-премьера, еще посмотреть, кто там будет. Ну, не вице-премьер, а, да, вице-премьер. И если он тоже там какой-то воздушный там трин у него выдержанный, ну, так это тогда команда победителей. Вот так вот. Ну, если, хорошо, да, хорошо. Мы совсем скоро это узнаем. По сути дела, когда это будет известно, у нас это будет, по-моему, в 11 часов вечера, а у вас это будет, у нас 9 часов, разница 8 часов утра. На следующий день. Какого числа 9 числа, да, будет известны утром официальные результаты выборов, но
Весь день будут идти подсчеты всяких голосов и будут показаны, как я помню, раньше было, карты, и будет вот штаты, ну, проголосовали. Вы знаете, штаты, когда родился Майк Пенс, это тот, кто будет вице-президентом при Трампе, 7 июня. Близнец, воздушный. У него Юпитер тоже замыкает, трин делает. Так что это у обоих, у вице-президента Трампа и у самого Трампа, у них, кстати, любопытно, они оба близнецы, да, получается там. А эти оба рыбные, эти водные, скажем. Я полагаю, да? Да, простите, я вас прерываю, я полагаю так, что, естественно, у них тоже есть свои астрологи, и они тоже все эти вещи... Я не удивляюсь, это астрологические... Да, это знают. Да, поэтому подбираются лица не потому, что там с бухты-барахты, мне он нравится, мне он не нравится, тем более там очень серьезные силы за этим всем стоят, да и сами президенты, это только, так сказать, мы тоже знаем, это часть вот там сверху игры. Кстати, я сейчас в YouTube поставлю программу, которая была записана с Василиной Мицкевич, вашей коллегой. В прошлом году, 31 декабря прошлого года, то есть это почти год прошел, где она говорила об итогах выборов, ну, прогнозах, точнее, кто победит. Она мне сегодня написала о том, что было бы неплохо ее выставить. Вот я ее выставлю, поубираю там лишнее. Я хочу сказать вот еще что, немножко комментарий к тому, что вы говорите, я с вами 100% согласен, поэтому те люди, с кем я беседую, и это не театр одного актера, допустим, мне не очень нравится монолог, мне нравится диалог, и это не только интервью, уважаемые радиослушатели, интернет, там, YouTube-зрители, вы уж простите великодушно, те, кто хочет посмотреть, в данном случае, уважаемые мною Андрея Бухарина, пожалуйста, на его сайт, и там он будет рассказывать вам все и все и как, и вы будете слушать его все 100%. Сегодня у нас формат беседы, и поэтому, так сказать, ну, я тоже немножечко о чем-то говорю. Так вот, Тим Кейн, я смотрел его нумерологию, интересно, что они родились, они оба восьмерки по нумерологии, родились 26 числа. И Тим Кейн предпочтительнее с моей точки зрения, потому что он намного моложе. Ему всего лишь, он родился в 58 году, насколько я помню, то есть ему получается всего лишь 58 лет. Ну, а Майкл Ричард 59 года, они, кстати, почти, да, ровесники. Там. Да, ну я к тому, что по сравнению с президентом, потому что... А, ну да, те уже тяжеловесы, те 40-х годов, там 46-го, кажется. 46-го, 47-го, 20, по-моему, 6-го, да, октября, совсем недавно у Хиллари был день рождения, а у Трампа уже исполнилось 70 лет, поэтому, так скажем, более молодые, они на, ну, так должно быть, будем так говорить. Короче говоря, с моей точки зрения, вот целеустремленность у Тима Кейна почему-то, вот если бы мне, скажем, дали на анализ нумерологически вот такую карту, то, как говорится, all due respect, со всем уважением ко всем, и я тоже не сторонник каких-то, мне нравится, мне не нравится, то есть анализ совершенно беспристрастный, без лиц, без титулов и так далее. Я не вижу в этой карте ничего, астрологи, конечно, знают значительно больше, я не вижу ничего там особенно сильного, более того, целеустремленность совсем не на высоком уровне. Но вот у Трампа удивительная вещь. Очень и очень, я об этом делал, кстати, нумерологический анализ, очень и очень жесткий человек. Очень жесткий. То есть, если не по мне, то значит против меня. То есть, если такому человеку, допустим, который вот просто, может быть, даже жестокий, вот только так надо делать, и по-другому нельзя, если будет какие-то преграды, и кто-то будет идти против него, и он будет постоянно вот так сражаться с этими преградами, то это в первую очередь будет отражаться на сердце. И вот тут могут быть проблемы, хотя здоровье у него от природы хоть отбавляй. Еще раз, в соответствии с нумерологической матрицей, хоть отбавляй. Так в чем его очень серьезные достоинства? Он великолепный риэлтор, он прекрасный продавец, он строит совершенно замечательные здания, и это его трейдмарк, это его, он туда вкладывает очень серьезные средства,
И это действительно, ну, на века, можно так сказать, здание, сооружение, которое он строил. Мне кто-то недавно сказал, я так тоже об этом говорил, что какой-то китаец купил за 300 миллионов долларов у него квартиру. Он говорит, а что китайцы? Китайцы, они нормальные ребята, они капитал свой сюда, к нам, в Соединенные Штаты, приносят. Поэтому я их люблю. Тем более, если покупает квартиру за 300 миллионов, да, это нормально, да, для него. Ну, еще раз, поживем, увидим. Хорошо, давайте мы поговорим с вами о том, что происходит, кроме выборов еще. И, наверное, в заключение мы поговорим все-таки о финансах. Как все-таки складываются дела на фондовых рынках? Как вы считаете? Ну, если мы проанализируем вот прошлый наш эфир, вспомнить следует, что как раз по гороскопам центральных банков Европы и Америки, ну, я имею в виду Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, картина складывалась такая, что евро до выборов, до сегодняшнего числа укрепляется, а с сегодняшнего числа евро, ну, мы смотрим пару евро-доллар. А с сегодняшнего числа евро ослабевать начинает, и доллар где-то в течение этой недели будет усиливаться. Но, как вы говорите, это косвенный показатель на победу Хиллари Клинтон. Ну, поживем, увидим, как Нет, нет, посмотрим тут. нет, это была Да. реакция. Мы не знаем, что будет дальше, но это была реакция всего лишь на то, что Клинтон, как бы, пока на сегодняшний день очистили от подозрения, что там имейлы носили какую-то такую политическую коррупционную окраску. Ничего этого не нашли, никаких санкций к ней не применились. В связи с этим, а хотя ожидали многое другое в соответствии того, что говорит Трамп, соответственным образом все шло, так сказать, вверх. Все логично. Но когда вот это все произошло, стало вот такое вот падение. Что будет завтра, неизвестно. Будет взлеты и падения, потому что ситуация будет меняться туда вверх и вниз, вверх и вниз. Если все-таки будет перевес, соответственно, Клинтон, то, соответственно, это все пойдет вверх. Доллар, имеется в виду, пойдет вверх, а вся валюта по отношению к доллару пойдет вниз. Скажем, японская иена, я вижу, очень серьезно упала. Ну, кроме австралийского доллара, он как раз поднялся по отношению к доллару. Но вы были абсолютно правы, Андрей, должен отдать должное, как в основном и бывает. То есть я помню этот день, тот самый понедельник, то есть когда вы сказали о том, что евро собирается идти вверх до выборов, то есть оно сделало, так скажем, скачок вниз, и после этого резко и резко пошло вверх. И поднялось очень серьезно. Если в относительных единицах для трейдеров, то это порядка 300 пунктов, 300 пипс называется. Короче говоря, было 1,08 с чем-то, стало 1,12, даже больше, да? Сейчас на сегодняшний день евро 1, сколько? 1,11, где-то так. Ну, то есть вы были правы абсолютно. Ну, вот если тенденция, вы смотрите, если по гороскопу, так, а то есть графики, вот я технический аналист, меня не интересует совершенно не фундаментальные какие-то качества компании и так далее, а считается в график, уже, так сказать, все события, они уже там находятся, внутри этого события. То есть существуют определенные, конечно, нормы, существует определенное правило. Если вы по астрологии видите, что тенденция к повышению доллара сохраняется вверх, и это будет сохраняться в течение, допустим, этой недели, то это означает, иными словами, о том, что Клинтон победит. На какой срок, что самое интересное? То есть речь идет о неделе. И астролог, вот который я Интересная точка прогноз. зрения. То есть будут пересмотрены, как бы есть как бы версия, что через неделю могут быть результаты выборов пересмотрены. Такое вообще в практике Соединенных Штатов было, разве? Не было. Хоть об раз не этом было, я не тоже было не об этом помню. и идет речь. То есть сейчас выборы, они просто совершенно еще раз, не было такого никогда. Поэтому этот вариант возможен, и тогда появляется, еще раз повторяю, третий какой-то кандидат, а прямым текстом Трамп заявил, я слушал это сам, он сказал, если действительно произойдет так,
то он тогда вытащит на свет Божий такие вещи, которые даже никто не предполагает, да. То есть считается, ну, опять же, предполагается о том, что результаты выборов могут признать недействительными. То есть это вполне укладывается в то, что говорят очень многие астрологи. И я с очень многими даже лично знаком. Один американский астролог, Берри Розен, очень известный астролог. Он, кстати, на бирже находится уже 25 лет. И он ведический астролог. Я вчера, позавчера я читал его отчет, его прогноз, и он об этом тоже говорит чуть ли не прямым текстом, о том, что такое событие, развитие событий вполне вероятно. То есть вот интересные вещи, которые могут происходить. Ну, я думаю, что в ближайшее будущее появится на YouTube наш проект телевидения, где очень любопытные есть факты о том, статистические данные, как это все происходило, и по прогнозам различных обозревателей, политических в том числе, экономических обозревателей, прогнозы, которые кто может победить. Ну, посмотрим. Вот у нас был вчера записи, был вчера человек, который об этом рассказывал. Я думаю, что, может быть, сегодня уже появится на YouTube. Это я тогда ссылочку дам. На SunGates Radio можно это посмотреть. Будет, дорогие друзья, если вам это интересно, то в Фейсбуке можно нас найти, sungatesradio.com, sungatesradio.com. Ну, также на YouTube в наших беседах с Андреем Бухариным тоже будут ссылочки. Ну, хорошо, Андрей, так какие тенденции, помимо этого, что вы видите до конца, может быть, там, не знаю, этой недели, до конца года, не, от, без относительно выборов? Ну, я хочу, во-первых, сказать еще, если вдогоночку к выборам, вот на эти вопросы, что изменится здесь, то есть вероятность того, что выборы будут, допустим, победа за Клинтон, но потом как бы переиграет в сторону Дональда Трампа, я как раз, вот моя методика, она заключается, что мы, когда вот исследуем по моей технике, по моему методу, не как раз не смотрим на дату выборов, а смотрим на дату инаугурации. Кто в конце концов сядет на трон, понимаете, если так, кто обретет власть. И вот именно на дату инаугурации, на дату обретения власти показатели для Дональда Трампа. А то, что какие там, кто там, какой скелет из шкафа вытащит и кого это... Во-первых, это гуна страсти, это раз. Во-вторых, это все-таки еще говорит как раз и о том, что до даты инаугурации выборы еще не окончены. То есть фактически есть как бы острая как бы борьба, ну там янская такая тема, да, когда там... А есть еще вот период такой как бы безвременья, то есть когда уже новый президент победил, но он еще не вошел, скажем, во власть, а старый вроде бы уже пора уходить, но он еще не ушел. И... Ну да, такое как теоретически возможно, но я хочу сказать, мне как раз сейчас уже подходит к издательству книга про президентов Соединенных Штатов Америки, в которых я всех, без исключения, президентов, начиная от первого президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Вашингтона, и заканчивая сейчас Дональдом Трампом, если так вперед, вот, рассматривал, то есть изучал их особенности есть, то есть как они приходили во власть, кто был назначен, ну, в результате, допустим, ухода из жизни там, предыдущего, либо избран. И ни разу я не сталкивался с тем, чтобы были пересмотрены итоги выборов. То есть были случаи, когда... Как, насколько помню, там во время Великой Отечественной войны, точнее, тоже Второй мировой, как бы, потому что он больше, чем Великая Отечественная. Великая Отечественная — это для Советского Союза был период с 22 июня 1941 года до 9 мая 1945. Кстати, часто путают, сейчас называют, это не Великая Отечественная, а Вторая мировая 9 мая закончилась. Я хочу, скажем так, понять, а с кем тогда... Кого бомбили Соединенные Штаты Америки в августе 1945 года? Это в рамках какой войны
шла, допустим, ну это там кровопролитие. Это понял, в рамках Второй мировой войны, да, Второй мировой. То есть Вторая мировая не окончилась 9 мая, она окончилась позже. То есть когда капитулировала Япония, ну или те, кто там, а именно, то есть здесь вот, ну как бы, чтобы вот слова, которые я озвучу, чтобы понимали, о чем, в каком периоде разговор идет. Так вот, в тот период, период Второй мировой войны, был такой президент, насколько он кто-то, Рузвельт был, да? Так он сколько? Он 4 раза избирался, если мне память не изменяет, сейчас гляну. Вроде да, это единственное, это после которого была принята поправка, когда взяли, уже сказали, что больше 2 раз подряд нельзя. Ну, настолько популярный человек, ну, он, кстати, и умер на посту, насколько я помню. То есть он скончался уже, когда 4-й срок, но столько уже тоже надо как меру знать, потому что это невозможно. Здоровья столько нет, сколько есть популярности, желания. Ну как, так вот, хочу сказать, У нас есть такой президент. Что ну, имеется в виду, да, в бывшем Советском Союзе. Ну, я же говорю про Соединенные Штаты Америки. Нет, вот, анализ. И к тому же, этот, как сказать, ну, так, извините, в России, если брать власть... Я не имею в виду Россию. Я вообще говорю, Советский Союз, как бы, эту территорию, здесь всегда были такие долгожители. Если Брежнева вспомнить... Там чуть-чуть не 16 лет. Давайте вспомним рекордсмена. Это Фидель Кастро, по-моему. А он до сих пор еще. Да, не, он уже брат его. Нет, вроде. Там брат. Ну, это да. Как говорится, это я вообще. Сколько ему лет-то он там уже. Это несменяемый. Но он не президент, он генеральный секретарь. Это разные несколько, конечно. Потому что институт президентства формально, да. Да, это несколько другое. Это все-таки выборы, хоть они там. Какие-то элементы есть, ну, скажем так, склонение избирателей к тому или иному выбору, но это выборы. А когда генеральный секретарь, это никто не выбирает, это там центральный комитет назначил, да, ну, проголосовал и все. Вот, поэтому за всю историю Соединенных Штатов, я что-то, честно говоря, могу ошибаться, конечно, но я не помню, чтобы чтобы отменили выборы там, через неделю кто-то на кого-то компромат. Так мы же об этом и говорим, то есть прецедента в истории не было. То, что сейчас, возможно, и очень многие астрологи вот на этом сходятся, потому что очень противоречивая картина, что будет потом. Дату инаугурации я не помню, чтобы кто-то рассматривал, кто на дату инаугурации. Это никто не рассматривал. Да, в этом парадокс, понимаете, потому что я смотрю на дату финиша. Да, то есть, кто вот на финиш придет, и это уникальная, как раз-то интересная тем, что многие астрологи смотрят как раз на дату старта, на дату, там, бог знает чего, там, выборов. То есть, выборы, это по сути, это уже дата такая, средняя дата. То есть, есть начало выборов, выборы и инаугурация. Вот, то есть, как бы, опять же, начало, то есть, действие, кульминация и чем оно закончится. И вот когда я рассматриваю своим методом именно на когда оно закончится, и он, кстати, этот метод как раз описан в этой книге, и она на всех, прошу заметить, всех без исключения президентов Соединенных Штатов Америки. То есть это не просто там вот здесь это сработало, а здесь не сработало, а вот конкретно все президенты Соединенных Штатов Америки в своем, то есть их победы объясняются методом, то есть моим прогнозированием политического выбора, победы в политических выборах. Так, Андрей, я заказываю книгу. Хорошо, ну вот это уже все, она уже почти готова, я уже записываю. Застолбил. Да, предзаказ открыт. Да, так, дорогие друзья, там натальные карты, три натальные карты. Мы организуем очередь, потому что... Да, они могут на английский язык перевести. Очень ограниченное количество экземпляров, всего 100 тысяч, поэтому всем не хватит, понятно. Ну да, сторонникам Трампа точно не хватит. Да, поэтому, дорогие друзья, записывайтесь. Надо штаб Трампа написать предзаказ на книгу. Записывайтесь. Чтобы там был. Ну вот так вот. Хорошо. Да, и поэтому книга, то есть это и почему я говорю, что победит Трамп не потому, что верьте мне, потому что я там какой-то авторитет. Нет, я говорю, что вот есть технология, которая объясняет, вот как сейчас, допустим, и Хиллари и ее вице-президент имеют выраженные рыба и скорпион, а Юпитер, планета, которая власти,
она в эти знаки, то есть в рыбную стихию, она только через год войдет. Все, до этого, ну нет, то есть, а вот как это ни странно, у Дональда Трампа и у его вице-премьера выраженные стихии воздуха. Мало того, Юпитер Дональда Трампа, сейчас смотрю, стоит на Солнце. Смотрите, какая синастрия, как и у Хиллари Клинтон со своим, только там наоборот, там польза идет, у нее хороший помощник получается. То здесь наоборот, здесь Трамп как бы большую пользу приносит своему вице-президенту. То есть он для него является великим благом. И у них у обоих показатели обретения власти. Так что извините, как говорится, Сократ не друг, истина дороже. Вот поэтому, ну, проверим, конечно. Если, конечно, при одном условии, что публичные даты рождения верны. Потому что я уже иногда, но редко сталкивался с тем, что иногда у некоторых публичных лиц, напомню, что публичные даты искажены, но в Америке, как я понимаю, там они верные. То есть там с детства как бы на эти все документы, то есть они, как я понимаю, не подделаны. Но я надеюсь на это, что они... Ну, вы знаете, не всегда это бывает. В частности, по Конституции Соединенных Штатов, человек, который родился не на территории Соединенных Штатов, не может быть президентом. По этому поводу ныне действующий президент Соединенных Штатов Америки, ну, очень многие говорят, это тайна за семью печатями, опять же, где родился он. Ну, я говорю о дате. Ладно, да. Место там они там, но вот дата сама по себе, то есть когда видно, что человек, ну там, по крайней мере, по молодости, он когда в школу поступал, то есть это же понятно, какие-то документы же есть, же не можешь поступить там на 2-3 года раньше, либо позже того возраста, когда он... Это да, в общем-то, обманы здесь не признаются, и обманы здесь категорически, ну так сказать, не рекомендуется. Поскольку это самое большое, вот американцы, они, ребята, знаете, они такие очень интересные. Ну, вот, в частности, у нас вчера была температура плюс 23, это получается 6 ноября, по Цельсию имеется в виду. Вот если зимой наступает потепление, они моментально надевают шорты. Вот среди зимы снег лежит, но тепло, да, там где-то, ну, бывает такое. Особенно в городе Чикаго, это очень интересный город. И там где-то, ну, бывает там 10 градусов тепла посреди зимы. Вот. Смотришь, снег лежит, а он в шортах там гуляет. Понимаешь? И вообще, ну, в частности, вот насчет обмана, они достаточно доверчивые люди. То есть они принимают так, как им говорят, изначально принимают. Но если потом, не дай бог, выяснится о том, что ты где-то как-то что-то хочешь получить какие-то преимущества, то они просто уходят в сторону. Они с тобой не спорят, не ругаются в основном. Они просто уходят в сторону, все, ты для них потерян. И обманывать здесь очень, повторяю, не рекомендуется, потому что карма настигнет моментально и очень серьезно. Поэтому сокрытие там, скажем, тебе верят, вот ты заполняешь налоговый декларацию, тебя никто не проверяет. Тебя может не проверять, ты можешь ехать без страховки, допустим, здесь обязательная страховка у нас в штате Иллинойс на машины. Ты можешь ездить без страховки, пожалуйста, ради бога. Но если тебя остановят и увидят, то тебя могут... Там были такие прецеденты, какой-то там дед 40 лет ездил без страховки, а его потом заловили... И выяснилось, что он 40 лет ездил без страховки. То есть его никто как бы не останавливает, то если ты не нарушаешь правила. Вот если ты нарушаешь правила, за этим может потянуться все, что угодно. Поэтому с датами рождения, в частности, да. Но если речь идет о каких-то политических интригах, то власть, как мы понимаем, она очень такая вещь затягивающая. В частности, я вообще... еще раз, не считаю, это мое личное мнение о том, что вот если выбирать, все-таки мы не знаем правителей, скажем, хотя они в истории есть, женщин, правителей. Были, конечно, там королевы, которые, но они же не правят на самом деле, и королев, в том числе Англии сегодняшняя. Не соглашусь. Она правит или что? Ну, со слов ее супруга, которого не пускают в кабинет, и он там очень возмущался, насколько я помню, что он же называется кронпринцем, да? Что это такое, муж я или не муж, или как этот, король я не король? Она это к ней не... раз в неделю приходит, отчитывается премьер-министр. То есть там это формально, такая публичная... Формально, ну, да. Я,
Я ну, могу как формально? привести. Раз Да, в я неделю могу. тратить время, это тоже формально. Ну, заведен монархическая власть, она есть, заведен такой порядок. Но мы можем вспомнить, скажем, в частности, французскую королеву Марию Антуанетту, которая была правительницей, но закончила жизнь на гильотине. Допустим, мы помним в Ну, наше Николая время. Второго можно вспомнить Нет. тоже, Ну, если уж что-то говорить об этом тоже. мы про женщин говорим. А женщина? Да, я про женщин только говорю. Мы вспомним железную леди, которая правила и закончила свою жизнь тоже так. Это мы о ком говорим? Маргарет Тэтчер, что ли? Ну, единственная у нас была железная, А да, что леди. закончила? Вроде она там нормально все у нее было-то. Нет, это нормально для общей, это самое, она закончила жизнь чуть ли не в сумасшедшем доме, на самом деле. Но об этом немногие. Ну, и я к чему говорю. Природа женская, она природа женская. То есть за мужем, это не перед мужем, будем так говорить, все-таки, да? Ну, конечно, сегодня сейчас у нас феминизация, эмансипация, и я не к этому говорю, о том, что я против. Я просто природа есть природа. То есть, как бы заниматься надо. Но власть, она вот такая притягивающая вещь, и люди, к сожалению, себя вот пытаются к этой власти прийти, и олигархи в том числе, любые. Но это чревато, будем так говорить. Посмотрим. Как Посмотрим. Ты понимаешь, спекуляции на том, что как бы женщины еще никогда не было, поэтому она как бы очень уместно, что она была бы президентом. Да, либо когда-то как бы, все бывает в первый раз. Да. Ну, может быть, но опять же, инаугурация показана, что победа на дату, скажем, 21-го, какого там, 20-21 января 2017 года, там на трон зайдет. По моей технике, по моему методу Дональд Трамп. Ну, посмотрим. В конце концов, попытка не это прогноз. Это... Поживем, да, поживем, да. Увидим. Недолго осталось ждать на самом деле. Хорошо. Вот у нее через год, вот она может войти, вот когда через год, вот следующей осенью, конец 17-18, у ее команды, у Хиллари, очень сильные показатели для обретения власти. То есть она может быть женщиной-президентом, но не сейчас. Вот что. 17-18 год, но должно по Конституции... Значит, что-то должно произойти года. Такое экстраординарное, вследствие чего будут какие-то... Возможно. Да, возможно. Поэтому вот как бы да, намеки возможно. Понимаете, да? Да. Там. Хорошо. А, Андрей, как да. вы еще считаете, ну вот, что нам говорят планеты, допустим, до окончания этой недели? Еще раз, мы отходим сейчас от этой темы. Ну, давайте. Да, особенно, да, кого это интересует, особенно, я так полагаю, территория постсоветского пространства, ну, выбрали и выбрали, ладно, бог с ним. Кстати, хочу сказать, сейчас вот глобальные планеты, то есть, ну, не глобальные, правильно сказать, дальняя крупная планета социальных, это Юпитер и планета крупных катастроф и больших масс и корпоративных финансов Плутон сходятся в аспекте в таком, ну не на эту неделю, он несколько недель идет, сходящийся аспект квадратуры, то есть конфликтный аспект, в результате чего, кстати, начало падение цен на нефть. То есть обычно, потому что Юпитер и Нептун это сигнификаторы нефти, когда они поражаются, часто нефть валится. И в общем-то буквально вот уже меньше 50, да, долларов уже нефть уже там уже сегодня, пошла. Сегодня нефть, кстати, поднялась 1,5%. Ну, это коррекция небольшая, да. На дня три она падала. Но, по-моему, мы с вами обсуждали этот вопрос. С моей точки, по графикам еще раз, по долгосрочным графикам, недельным, месячным графикам, нефть может пойти ниже 30 долларов. 27 я уже озвучивал в свое время там. Да, ну, оно совпадает с графиками, но пока мы не знаем, это еще раз, это прогнозы. Прежде чем она пойдет туда, она может быть достаточно высоко. Сегодня на мировых фондовых биржах очень высокий подъем индексов Соединенных Штатов, очень высокий подъем. Dow Jones уже плюс 250, а маркет еще и близко не открылся. Еще больше, чем полчаса до открытия маркета. Это все связано с тем, что вот это все спекуляции, это временный подъем. Потому что, в общем-то, мы должны идти вниз. Но это все пока спекуляции. Кстати, этот аспект, он еще объясняет крупный скандал публичный, связанный с какими-то большими суммами денег, либо с кризисом, либо со смертями.
То есть он как раз будет срабатывать очень сильно, как раз где-то через неделю после выборов, между прочим. То есть здесь как бы тоже, да, то есть если, надо посмотреть, кстати, насколько это возможно. Но тем не менее, то есть это как версия. А вот если мы рассмотрим эту неделю по астрологическим рекомендациям, то на этой неделе произойдет такой феномен, как ингрессия Марса в Водолей 9 числа. И наша активность и бойцовские качества будут в области, все стремления, скажем, особенно у молодого такого контингента мужчин, к независимости, к самостоятельности очень сильное, желание постичь что-то интеллектуальные, революционные какие-то такие, ну скажем, влияния на психику идут. Ну, сегодня понедельник уже заканчивается, хотя аспект сегодня еще такой, в общем-то, еще несколько часов будет хороший, но созидательный. Это, простите, у вас заканчивается, у нас только начинается. А он вообще на всю землю идет, я просто вот как бы так смотрю. В целом, дни неплохие на этой неделе, ну такого что-то суперкризисного я не вижу здесь на этой неделе, за исключением может быть субботы, вот суббота, 12 число, там могут быть, особенно в первой половине по московскому времени, а значит это по американскому, это будет ночь с пятницы на субботу, вот такая опасная, кстати, для... Ну, такая какая-то для каких-то криминалов, там какие-то скандалы публичные вообще, ну, как бы неприятности такие. А так в целом неделя нормально. То есть здесь каких-то критических таких вот показателей я не вижу, честно говоря. Вот. Единственное, сейчас Солнце в трине к Плутону, посветило, не поражено, в хороших аспектах. Да нормально. Mm-hmm. То есть, ну, так, если вообще смотреть, вот ближе к середине, ко второй половине ноября, вот там будут законодательно приниматься еще, похоже, какие-то непопулярные решения по поводу именно, возможно, каких-то либо пенсионных накоплений, либо корпоративных финансов. И также будет как бы период таких каких-то публичных политических скандалов. То есть, ну, оно не сейчас, оно именно середина, ну, вторая половина, вот даже я бы сказал, неделя где-то с 14 ноября по 25 ноября, вот эти 10 дней. Mm-hmm. А так месяц, особенно первая половина ноября, она довольно позитивная. Понятно. Тут еще один момент, ну, еще рановато, но надо, может быть, его пока озвучить, а вам время на подготовку. То есть, опять же, по мнению некоторых астрологов, американских астрологов, речь идет о Рождестве по-русски, да, Christmas, и Новый год. То есть в это время можно ожидать увеличения активности террористических каких-то организаций. То есть террористические акты в отношении, ну, неважно, собственно говоря, кому, на кого. И это полная глупость, когда люди, ну вот, злорадствуют, когда вот тут вот этих там, скажем, там и так далее. Это отражается на всем мире, и это очень плохое, негативное качество человека, если он злорадствует. Так вот, посмотрите, когда будет у вас возможность именно вот на эти даты, есть ли что-то такое там в этом плане. Ну, я хочу сказать, у меня уже есть ответ заготовлен, потому что я рассматривал этот период уже еще несколько лет назад, ну, даже, по крайней мере, в начале этого года, как минимум. Во-первых, 19 декабря происходит повторение таких событий, которые были, как 22 июня 1941 года. Вот представьте себе. Ну, астрологических таких показателей. И я склонялся к тому, раньше вот я публично, кстати, выступал и говорил, что я очень опасаюсь как бы войны, ну скажем так, с южным соседом на востоке. Вот. Но фактически, да, так как рассматривая... Простите, на востоке от кого? Ну, России, конечно, не Америки. Там. В Америке есть разве на востоке или на западе соседи, там океан идет.
Вот. И поэтому, потому что ИЦИК 22 июня 1941 года, это Соединенным Штатам в истории оно никак не описано, это именно вот это для этого этноса. Но в последнее время, как бы анализируя события, которые вот происходят, нахожу соотношение, что история повторяется не именно буквально, как она была 75 лет назад, а вот не поверите, как в стране зазеркалье, зеркально. То есть, если тогда, скажем, войска какие-то чужие входили на нашу территорию, то очень вероятно, что 19 декабря, ну, около 19 декабря 2016 года, какие-то войска, ну, скажем так, будет начата военная операция очень сильная. И я думаю, что это потому, что есть закономерность моя, например, которую я исследовал, вот война на Донбассе, она там всегда обострение происходит на ретрофазе, ну, в большинстве случаев на ретрофазах, на разворотах Меркурия. Вот странно, Меркурий — планета не войны, планета информации, но так как в основном сейчас войны, то, в общем-то, больше информационные, там, скажем, идет какое-то наступление, а это можно снять так, что там не взвод, а там многотысячная армия идет, например, и так далее. Поэтому я очень опасаюсь, ну не то что опасаюсь, даже это нельзя как бы астрологически говорить так, а предполагаю, что в это время могут быть вспыхнуть именно военные конфликты, которые сейчас заморожены, в частности, например, на Донбассе. Вот, и это как раз, ну как-то вот, то, что было, та территория, кстати, 75 лет назад, если вы помните, она тоже была в огне, между прочим. То есть опять кармически, видно, там воплощены люди, которые жили тогда. Сейчас они, возможно, ролями поменялись. Там, кто кого убил тогда 75 лет назад и, скажем, и не раскаялся, не попросил, как бы, ну, там, особенно если из-за мести и так далее. Они опять притянулись, и опять они повторят эту мистерию, отдадут кармические долги свои. Понимаете, как бы это ни звучало так печально и цинично, но вот меня вот это больше интересует. Потому, не то, что интересует, я вижу повторение планетарных аспектов именно вот в декабре 2000, в конце вот с 19 декабря 2016 года, точно тех, которые были 22 июня 1941 года. Но вот как оно проиграется, то есть это уже вопрос второй, потому что, например, как проигрывались, это у меня есть цикл статей, вот они называются «Циклы войн», и в них я эту закономерность как бы озвучиваю. Вот, ну, например, закономерности всех войн, кстати, 20-го столетия. Вдумайтесь, всех без исключения войн есть четкая закономерность, то есть повторяемость событий. Не так, что какая-то война выпадает. А вот была, например, русско-японская война в 1904 году. Прибавьте 4 затмения цикла, 79-й, советско-афганская. Они по одному сценарию происходили, с одним результатом, с одним мотивацией была. Когда я объяснял, что война, например, на Украине, вот, которая там в 38-м году, она соотносится с Мюнхенским сговором 38-го года, когда Чехию делили. И мистерия Украины — это мистерия Чехословакии, кстати, 38-го года. То есть вот что будет с Украиной, смотрите Чехословакию 1938 года. Вот. И тогда, и вот, ну, такие аналогии, то есть такие закономерности находятся, и поэтому вот в 41-м году, то есть тоже вспыхнула опять очередная такая активная фаза военная, и посмотрим. Но еще закономерность есть в войнах, кто победит в них. То есть есть циклы войн, когда я правильно сказать, не правильнее Россия там, а правильно сказать этнос, который здесь живет. Он сейчас временно, допустим, разделен там на какие-то госполитические образования. Но этнос единый там, а он как бы он за 20-е столетие, сколько там политических названий было на этой территории, начиная от монархического строя, социалистического и тут капиталистического. Но этнос все равно остается. Другое дело, что как бы его делят там на какие-то княжества. Так вот. Цикличность еще объясняет, победой закончится война, либо поражением. И даже механизм, как она будет проходить. И
Ну и так далее, и так далее. Просто уже конец передачи. Я уже, кстати, об этом часто выступал, у меня есть и видео на эту тему. Ну, и я сейчас просто время займу еще на час. Понятно. И просто понятно. Это уже будет как бы... Можно формат отдельно сделать, кстати, да, ближе отдельно, к тому времени. Да, отдельно вот. Сделаем формат, да. Но суть в чем, если так еще объяснять? Просто вот именно, если мы вспоминаем, вот помните, я рассказывал про мировой кризис. Мировой кризис, он имеет несколько ступеней развития. Последняя фаза, к сожалению, военная. Такова жизнь. Вот если вспомнить перед этим, когда была Великая депрессия в Соединенных Штатах Америки, 1929-1934-1935 год, кризис был везде. И когда вот разговаривают, что вот только на Украине был голодомор, ничего подобного. В России был голодомор, в Европе был голодомор, в Соединенных Штатах Америки в одном Нью-Йорке умерло от голода больше 2000 человек в 1932 году, а по некоторым данным несколько миллионов человек погибло от голода. Когда люди работали не за деньги, а за еду, это правда, это читайте газеты того времени, архивы сейчас все оцифрованы. То есть, когда люди говорят, что сейчас финансовый, я говорю, уважаемые, кризиса еще не было. Вот кризис, когда там... Посмотрите хроники того времени. Да, это Великая депрессия. К сожалению, 29-го года. Да. А если еще отнять 80 лет назад, и мы попадаем на середину 19 века, вы знаете, что было? Величайшая депрессия была, она так и называется в истории. Опять, то есть есть цикличность. Если добавить 80 лет в будущее, не надо быть Нострадамусом, можно сказать, что в 70-х годах 21 века будет опять какая-то великая депрессия, опять какой-то очередной. И так оно повторяется, и повторяется. И просто нам так повезло, к сожалению, что мы попали в этот интересный момент, который один раз в 80 лет бывает. Здесь наложились еще циклы войн, циклы экономических кризисов, плюс наложился цикл смены эпох, эпоха индустриализации, которую я исследовал с планетами вот этими Ориида новыми. Она где-то так, цикл 120 лет не идет. Она тоже оканчивается вот сейчас, в 2019 году, начинается новое постиндустриальное общество. То есть и здесь, ну вот так вот, нам, мы, короче, сейчас проживаем, вот будем проживать период смены нескольких экономических, политических, социальных, военных ритмов. Они как бы вот сходятся в одном. А это не бывает, ну скажем так, спокойно. Это всегда, ну, заметно, мягко так скажу. Но дело в том, что мы проживем это. Давайте так на позитивной ноте закончим. Что позитивно о том, что человечество жило до этого. Кризисы все, даже потопы всемирные все пережило. Вот, и будет жить дальше. Поэтому здесь апокалиптические такие, я бы не хотел нагнетать эти мысли. Просто я говорю о том, что да, предупрежден, значит вооружен. То есть впереди... Ну, Майкл меня торопит, вижу уже. В общем, тема для отдельной, скажем, такой радиопередачи. Ну, в общем, вот так. Вы меня спросили про эту дату, я вам рассказываю. Я понял, спасибо большое. Опасность возникновения, я бы сказал так, Майкл, не столько даже террористических угроз, хотя они могут быть поводом для начала крупных военных каких-то движений, таких вот конфликтов между государствами. Понимаете? Давайте вернем все-таки к оптимистической ноте. Мы это все переживем, и я еще более оптимистично могу сказать с точки зрения вед. А мы находимся сейчас в мини-сати-юге, которая продолжается 10 тысяч лет, и прошло всего лишь 550 с этого момента. Поэтому, дорогие наши уважаемые, да, радиослушатели, ютуб-зрители, будьте спокойны. Мы все это дело переживем, как в том мультике было. И еще 9500 лет нам осталось находиться в сати-юге, так что на наш век хватит. Более того, не то что на наш век хватит, а хватит еще, простите, на инкарнацию нас, многократную инкарнацию нас самих, нашей души. Да, вот на этой как раз таки позитивной и оптимистической ноте разрешите нашу программу тогда закончить. Андрей, выражаю вам вот мой сосед подтверждает, я чувствую вибрации, глубочайшую благодарность вам за такой интересный рассказ, как всегда. Ну и приглашаю вас к программе, посмотрите на время. Потом в среду есть такая программа о делах насущных, и в эту среду как раз я буду говорить
в рамках вот отдельной программы буду говорить как раз о биржевых рынках, о фондах и вообще о том, что связано с финансами, как и что. Тем более в среду мы уже будем иметь результаты выборов. Начало нашей программы в 17 часов по вашему времени. Будет возможность, подсоединитесь, с удовольствием пообщаемся. Ну, а, дорогие друзья, я благодарю вас, что вы были с нами и слушали наши программы, а также те, кто будет нас слушать после того, как она будет уже обработана и введена в YouTube. Тройное www.sungatesradio.com, sungatesradio.com, наш Skype Sungates108, ну и те подписчики, которые все-таки подписаны на канал Sungates Radio, они мгновенно получают всю эту информацию о новых программах, которые появляются уже в YouTube. Еще раз спасибо большое, до новых встреч. Всего хорошего, наилучшие пожелания Майклу, всем радиослушателям. Счастья, здоровья, до свидания. Спасибо.